пригородном поселке Фадино на аэродроме Калачева состоялось традиционное авиашоу, посвященное Дню воздушного флота России. Для нескольких тысяч зрителей Омской региональной федерации легкой авиации была подготовлена обширная программа. Демонстрационные и пилотажные полеты сверхлегких и легких воздушных судов Омска, моделей «Аэропракт» и «Скайрейнджер». В небо над Калачева также поднялся вертолет «Ми-2», с высоты 1400 метров из которого десантировались парашютисты. Потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты. 18 августа всероссийский праздник воздушного флота. Каждый год 18 августа мы его празднуем. Собирается много любителей авиации. Летаем. Каждый показывает все, что он может. Привлекаем людей для того, чтобы вступали в наши ряды авиаторов. В Омск специально на праздник приехали именитые спортсмены из других регионов. Новосибирские и челябинские летчики показали высший пилотаж и представили зрителям свои летательные аппараты. Начали где-то 3-4 года назад, а уже в совершенстве, уже такой степени усовершенствовали, что уже летаем в составе звена. Летчики все, которые вот у нас здесь есть, они летают на трех, от 3 до 23 типов воздушных судов. Мастер спорта по высшему пилотажу. Алимжон имеет общий налет 5500 часов, освоил 15 типов воздушных судов. В этой летной программе вы увидите полет на предельно малой высоте, а также фигуры высшего пилотажа. Глубокие виражи, боевой разворот, пикирование, горку с углом более 45 градусов. Спортивно-авиационный праздник проводится в Калачево ежегодно. Его основная цель не только демонстрация воздушных судов, но и популяризация этого технического вида спорта. И действительно, зрелищные и захватывающие полеты всегда привлекали немало посетителей, приезжающих сюда целыми семьями. Приехал я с семьей на авиашоу, первый раз в жизни приехал по совету друзей. Очень все понравилось, очень здорово. Побольше бы таких мероприятий в жизни и в том числе в жизни города Омска. Вчера вечером полистал, куда мне проехать, вывести семью, и решил вот сюда приехать. Видел объявление, решил посмотреть это шоу. Какой праздник? Отлично, надо почаще таких праздников устраивать. Я был на московском аэрокосмическом салоне. То есть здесь та атмосфера и то настроение, которое здесь царит, оно вполне соизмеримо с тем. Это супер праздник, и мне очень нравится. Я уже второй год здесь. Потому что мы пилоты. Небо наш родимый дом. Первым делом самолеты. Ну а девушки? А девушки потом. Первым делом самолеты. Ну а девушки? А девушки потом.